процесс хорош в спорте. Я не считаю науку спортом, я не считаю Академию наук спортивной ареной. Вот. Слово «догнать» и «перегнать» мы уже, опять же, возвращаясь к истории, у нас уже это было, мы называли так станки. Соревновательный процесс в этой сфере, ну, с точки зрения моей интуиции, он неправильный. Мы абсолютно разные люди по ментальности. Нет смысла соревноваться по одним и тем же правилам. Нам нужно развивать совершенно другие вещи, совершенно другие технологии. Нам нужно не упираться и строить дороги, как все это сделано на Западе. Нам нужно придумывать новый вид транспорта. То есть совершенно другой, иной подход должен быть к развитию нашей страны. Иной подход. Это не значит, что мы не можем делать дороги. Мы их тоже можем делать. Но исходя из опыта западных стран, становится очевидным то, что дорога – это не панацея. Нужен просто новый вид транспорта, совершенно принципиально новый. Вот. И поэтому соревноваться с Западом я не вижу никакого смысла. Нужно брать хорошие примеры, которые есть там, и делать добротные копии. А не то, что мы делаем в данный момент. Мы очень плохие копиисты. Мало копий, реально сделанных на высоком уровне.